Всем привет! В эфире программа «И так сойдет», и я ее ведущий Артем Кузнецов. Сегодня мы находимся в мастерской Сормовского парка и будем делать чучело, так как масленичная неделя продолжается. Особенно актуально сделать чучело своими руками, так как большие мероприятия сейчас не проводятся, и чучело не в каждом парке будут сжигать. Владимир Михайлович, с чего начинаем наше чучело? Насколько я понимаю, это у нас заготовка. Заготовка. Угу. Вот, то есть для этого, для того, чтобы нам сделать заготовку, я так понимаю, необходимо просто... Крестовина. Крестовина и, соответственно, ненужная одежда, да, которую мы будем чем-то заполнять. Да. Чем заполняем одежду? Одежду заполняем сухой соломой. Не плотно набиваем и делаем, придаем форму. Тело, груди, всего, чтобы это изготовить. А далее к чему переходим? Соответственно, я так понимаю, украшаем это чучело, да, чтобы это не было видно, скажем, старой одежды. Мы делаем... Совершенно верно. Мы потом возьмем халатик, на нее наденем халатик, тоже придадим ей форму, и она будет уже в платочке, и с наличиями, и все. Ну, красивый вид. И я предлагаю уже приступить, да, мы с чего начинаем? Первую часть, которую мы заполняем. Первую часть мы заполняем рубашку, штаны, придаем форму соломы. Солома и форму сейчас мы сюда и придадим. Она уже будет, ну, в надлежащем вид создадим ее, и потом ее уже украсим просто халатом. Все. Что ж, я предлагаю приступать. Ну что ж, вот у нас есть сено, и мы начинаем, соответственно, заполнять. Владимир Иванович, показывайте, как это необходимо делать. Просто берем и придаем форму. Растягиваем все, заполняем. Лучше брать небольшими? Небольшими, да. Ее уплотнять мы не будем, а просто придавать форму, чтобы она... И когда начинала гореть, она не уплотнена была. Так как говорят, масленица, она долго не должна гореть, она должна быстро сгорать. И мы уплотнять так ее сильно не будем. Владимир Михайлович, а сколько вы вообще делали за свою жизнь чучело? Ну, я, как вам сказать, это, наверное, уже 25-е на моем веку. Ого, ну, на самом деле уже очень много. А всегда ли жалко, когда, скажем, твое творчество начинает гореть? Ну как, если это в традициях заведено, жалеть тут не приходится. Да, и материалы не вот уж на нее больно-то. А по времени вообще сколько занимает создание чучела? Ну, это, как вам, ребята, сказать, ну, сожжение чучела занимает это какие-то секунды, а при готовке вот этой формы она начинается за неделю где-то. И здесь же сейчас ей форму создадим, а потом она уже кто-то в процессе ее, вот она будет здесь стоять, в процессе этого где-то красивый платочек, может, перевяжем, где-то шарф перевяжем, где-то на глазах появится лучше, добавим, приукрасим личико, там нарисуем, кто художественник хороший, и сделаем так форму ей. Вообще кто-то помогает делать чучело? Ну, вот вы же сегодня вот помогаете, и также это сейчас освободятся люди, они приходят в процессе этой работы, оно получается как, на обед люди приходят, и в обед что-то свое добавляют, ну, свою красоту и все это. Угу. Рукава, я понимаю, тоже мы набиваем. Да, они получаются вот в таком виде. Угу. Уже, видите, она придает... форму уже обретает. Она обретает ее формы. Что еще также важно учитывать при создании чучела? То есть, насколько я понимаю, самый важный элемент, да, это чтобы чучело было неплотно набито, ввиду того, что все-таки оно должно гореть быстро. Да. Угу. Просто создаем форму, как будто вот воздушной бы можно было форму создать, шара, и то же самое. А уже на ней, которые халатики будут, они же материал, он сразу моментально
поднесется факел, подожжется снизу солома, и она сразу вспыхивает и горит. А вот, кстати, раскройте нам секрет. Чучело чем-то поливается до того, как, скажем, его поджечь? Нет. Ну, бывает, где-то может какую-то, мы берем с собой все время небольшое количество, жидкости. Угу. Для розжига шелков и мангалов подаются. Где-то ты маленько добавляешь в карманчики на соломку, чтобы она быстрее схватилась. Угу. И для факела, чтобы факел будет сделан, и его сбрызгиваешь, чтобы можно было поджечь. В целях безопасности, чтобы близко не подходить, а ее поджечь. Вот сейчас у нас процесс на... Бить ее уже мы завершим, потому что здесь уже все нормально. Это там уже, когда... Вот с этой стороны. Да, да, да. Узел мы ее сейчас застегнем. Давайте помогу. Да. Так. Есть застежечки здесь такие. Вот у нас одна. Так, вот вижу. Да. Все вот это вот, что выступает эта соломка, ее не будет видно, потому что она у нас закроется с вами халатиком. Так. Ну, я думаю, что здесь уже готово. Да. Теперь остался низ, да? Я вижу уже... Низ тоже набитый у нас с вами. Угу. Получилось так, что он тоже набит. Да. Соответственно, дальше мы, я так понимаю, переходим, наверное, к самой главной. Да, создание ей человеческого облика. А всегда ли вообще получается так, что создаем мы чучело из таких старых материалов, да, не нужно? Ну да, это... да. Ну это черновая обработка для солома, а остальное у нас каждый год мы выбираем, что получше, халатик какой-то покрасивший, понаряднее, вроде все равно же весна. Угу. Хочется радости, и этого цвета не однотонного, а яркого. И чтобы масленица выглядела, конечно, и женственно, и красиво. Да, 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 совершенно верно. Так, ну сейчас к чему мы приступаем? Что сейчас необходимо будет сделать? Нам сейчас, в данный момент, это у нас уже по форме потом все добавится, где чего-то. Сейчас мы приступаем к верхней одежде, про которую мы говорили. Ну, сейчас вот у нас набраны разные халатики, и мы их попытаемся надеть и посмотреть, что из этого получится, какой лучше, какой хуже, и как. Мы примеряем просто. Я даже вижу, что они новые. Да. Не жалко будет? Нет, не жалко. Для этого дела не жалко. Угу. Нам придется... Вот ее немножко приподнять, да? Да, нет, ну мы можем это начать прямо сверху, вот таким вот нагаром. Угу, давайте показывать. Берем, разделываем и... Так, держу. Держим. Остягиваем. Сейчас посмотрим, что у нас получится. То есть здесь еще она... наряд может не подойти, насколько ну да, 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 да. Мы все это дело проконтролируем, посмотрим, как лучше. Потому что вам придется вот мне маленько помочь. Вот так вот подержать вот эту юбочонку. Это я возьму, а вы держите вот это. Да. Мы попробуем. Мы сделаем вот таким вот макаром. Так, сейчас сначала палку, да, просто? Да, да. Обязательно так же. Да. И начинаем. Вот. Так. Вот у нас уже, ну, как сами даже видите, на этом этапе видно, да, видно, что-то она уже у нас вырисовывается. Видите? Угу. И вверху, я так понимаю, тоже нужно что-то добавить. А, ну это да, ковра, да, 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 совершенно. Обычно это такие наряды, это традиционно русские? Ну да, да, да. Угу.
Ну, это мы просто там оставим. Пусть пока так будет, потому что еще где-то что-то подделываться будет. Угу. Мы создаем форму. И у нас остается что-то, нам надо вот это вот дело, да, чтобы у нас было, видите? До конца. Да, да, да. Мы это черную одежду, мы всю ее закроем. Ну что ж, давайте попробуем. Да, это у нас должно все получиться. И как человека, да, одеваем? Точно такой же последовательности. Да. Так. Я вот тогда попробую здесь. А, лучше не перетягивать, да? Ну, сейчас это... Не дай бог, не порвать. Ничего у нас не порвется. Угу. Все-таки это такое творческое занятие. Творческое занятие, оно же не вот посылает. Я и говорю, что у нас еще время есть, и всю эту неделю она все будет краше и краше, можно так сказать. Угу. То есть она даже да. будет, скажем, не да. до конца. Да, 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 да. Так. Сейчас берем. Лучше перевернуть немножко. А, нет, вот. Нет, мы просто рукав. Берем вот так вот и вставляем в рукав. Сопровождаем. Где у нас рукавчик? Вот, все, я его взял. Вот он. Да. Сейчас я возьму. И вам вот это вот дело подам. И мы сопроводим его. Так, чтобы больно не пускалось. Угу. И опускаем, да? Да, но это у нас... Наверное, у нас, я так понимаю, модная масленица получается. У нас вот, вот эта вот часть, мы как правило, ее там, вот, как подъемник сюда убираем, а это у нас здесь будет платьишко наверху, а это мы убираем сюда. То есть под платье? Да, да, под халат или платье, как вот. Так... Вот. И, соответственно, нужно будет украсить вот вверх, да? Да, да. Цвет. Это обычно чем украшается? Ну, здесь это мы... здесь будет то же самое... такой называемый, как шар, вставляться наверх, забиваться тоже маленькой соломкой. Потом наличие лица, которое закрасим, и повязим косыночку, тоже красивую какую-то, и шарфик. И это дело вот у нас все закроется, и платочком закроется, и шарфик будет. Ну что ж, предлагаю приступить. Это уже сложнее. Тут еще мы до лета ничего еще не делали, не находили еще. Ну, это все у нас поправится, где-то подобьется, где-то поднимется. А еще такой момент. Мы же можем потом на этом этапе, если необходимо будет еще добавить уплотнитель, да, уже под другую одежду. Да, 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 да. Все то есть, это, в этом ничего страшного? В этом ничего страшного нет. Потому что она, вот вы как видите, она уже придает без головного убора, а уже... У нее что-то фигура или все появилось. Так что, наши дорогие телезрители, знайте, что чучело может быть не только в традиционных русских народных костюмах, но и под ними может быть уже современные, современные наряды. Да, вот Версачи. Совершенно новые. Можно и так, я думаю. Сейчас, я так понимаю... Мы достаем основу головы, или как ее будем делать? Ну, или пока не будем делать? Мы, это, ну, я вам просто расскажу, потому что у меня еще вот этот вот план не созрел, самый верхний, я, ну, не выбранный, но мы как обличье сейчас такое небольшое покажем все равно.
это, я понимаю, основа головы. Ну да, да, да. Это, ну, сейчас я просто ее возьму за основу. Угу. Вот это вот будет. А из чего она сделана? Как, ну, макароны, это, да? Ну да, 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 да. Вот. Вот так вот наденется. Только я, конечно, побольше возьму уже основание вот этого шара. Угу. Здесь мы нарисуем. Угу. Лицо, личика, да, щечки румяные, все. И повяжем сюда шарфик или платочек, косыночку цветную. Угу. И у нас уже все спустится, здесь заполнится, все здесь подровняется. Угу. И она уже будет готова на сожжение. Хорошо, сейчас это мы как-то делаем платочком, да, убираем вот лишнее. Да, да, да. Вот, ну, это, знаете, как будет. Как вам лучше сказать. Я так понимаю, в ход может идти не только, да, обязательно шарфы, да, но есть, если есть старые какие-то вещи. Да, да, мне нужные, которые выбрасываются. У нас женский коллектив большой, они все свое, что не нужно, и приносит, чтобы украсть как следует. Это будет вот в таком вот формате. Вот так повяжется платочек. Здесь будет нарисовано личико. Вот это вот сюда будет спущено. Вот. И нарисовано личико. И здесь будет шарфик присутствовать. Угу. Ну, мне кажется, получилось очень здорово, да. И такая масленица сможет дополнить любой праздник, любой день любой, из, да, масленицы. Лишь бы была хорошая погода, и она у нас устанавливается на не то, что вот как сейчас на полу стоит, она у нас специальное место готовится, где можно будет сжечь пустое. Там будет высокий пьедестал из снега, и туда она поставится, она возвысится еще на 5 метров вверх. И всем отдыхающим просмотр будет хороший ее с любой стороны. А вообще какие-то погодные условия могут повлиять, что может масленица, например, потушиться? Нет. То есть вне зависимости, нет, ветреная погода? Сырая, не ветреная, масленица все равно сгорит. Да. Ну что ж, я думаю, что мы сделали очень неплохую масленицу. Напомню, что это была программа «И так сойдет», и я ее ведущий Артем Кузнецов. Смотрите нас каждый понедельник в 18:30 и учитесь у нас новому мастерству. Далее в эфире проект «Про адаптация», затем новости «Кстати». Поэтому я с вами не прощаюсь. Увидимся.